существовало. То есть я не задумывалась о том, хорош ли вообще этот автомобиль для гонок, насколько на нем будет комфортно дрифтить, насколько дорого вообще его обслуживать, находить на него запчасти. Я тогда вообще такими подобными вопросами не заморачивалась, не интересовалась. Я думаю, что вот такой подход, он как бы мне во многом помог, потому что на самом деле, чем меньше ты запариваешься за какие-то проблемы, начинаешь за них переживать, тем меньше они к тебе липнут. Но, естественно, сейчас я понимаю, что вот тогда, 10 лет назад, я бы, конечно же, хотела знать некоторые моменты на берегу, чтобы сэкономить себе...